День эколога отметили сегодня и в ассоциации «Интеграция». Ее воспитанники – люди с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития. Для них выращивание цветов – настоящая агротерапия. Какие растения высадили на клумбы, расскажет Татьяна Кияева. Мне цветы нравится садить и рыхлить землю тоже. Сегодня Макар вместе с друзьями занимается любимым делом. Простые действия порой даются с трудом. В трудной ситуации помогают педагоги. И вот так его сажай. И теперь аккуратно засыпай. Вот так. Ко дню эколога готовились основательно. Учили стихи о природе, рисовали плакаты и писали доклады. Профессия эколог важна и современна. Его предназначение – природу сохранить. Будет даже праздничный стол. Салат мимоза уже готов. Лепесточки красивые, молодец. Все. В общественной организации «Ассоциация интеграция» 40 воспитанников. Из-за карантинных мер работает дежурная группа. Остальные дома. Начались, определенные проблемы, то есть и с психикой, и с настроением, и с поведением, соответственно. То есть у некоторых ребят откаты пошли серьезные. И понятно, что самые тяжелые, то есть они выведены в рабочую группу, то есть остальные просто ожидают дома возможности, когда мы все вернемся в обычный режим. Выращивание растений для воспитанников интеграции – агротерапия. Только земли не хватало. Помогли жители соседнего дома, выделили участок, а еще поделились семенами, подготовили цветник. Здесь теперь будут расти петунии, гортензии и ромашки. Татьяна Кияева, Сергей Хлопов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.